Саша, сядь уже. Ребята, на сцене вам слышно, микрофоны, фонограммочку, все, да, музыка, все слышно хорошо, да? Да. Кого-то брали, да? Да. Хорошо. Видишь, потому что мы шутим. Да, вот вы его нет, там есть номер приказа, эти все пройдут. То есть, если у кого-то возникают вопросы, они задают вопросы в организации. Ну, вот мы просто в этом году вот собирали документы для лагеря. И просили именно сами приказы к тем регалиям. Ну, у нас в Севастополе, видите, да. Свои тараканы. Нет, Витька. Вы поняли, Витька. Настенька, чуть-чуть шире, зайчик, хорошо? Ты прям сильно к девочкам притулилась. Чуть-чуть все-таки шире. Марин, тоже, да? Вот смотри, вот тут видишь, такая полоска есть протертая на сцене. Вот ты на ней должна стоять. Иди сюда, посмотри. Вот на ней должна стоять, хорошо? Настенька, Настя, иди сюда. Малыш, нормально? Все хорошо? Хорошо. Модуляция, куплет и припев. Ребята сейчас станут на свою точку. Стоят они вот так. Когда ребята будут сдвигаться
вперед в линию. Для вас это сигнал, что нужно будет приготовиться, и на пределе мы пойдем. Да. Давайте так, сейчас скажу раз, два. Вот этот третий ряд, раз, два. Третий, четвертый ряд. Вот смотрите, раз. Вот этот ряд, на меня обратили внимание. И бантички мои. Спустите. Чуть-чуть поиграть? Роблокс? Роблокс. Мне кажется, вообще до малыша стало похоже больше. Давай.
какой шапку не заказал, я сам хочу. Девчонки, мальчишки, родители, все присутствующие сегодня в зале. Я абсолютно точно уверен, что все в отличном настроении, с улыбками на лице. Ведь именно улыбки сегодня всем нам помогут зажигать звезды. А что их зажигать? Они уже зажглись, поскольку все они на гала-концерте 7-го. Будет и 7-го, 6-го детского республиканского фестиваля талантов «Крымский калейдоскоп». Дорогие друзья, мы с огромной радостью приветствуем в этом зале самых неугомонных, самых творческих и самых талантливых детей, которые неоднократно будут радовать нас своими выступлениями. Тем, кому не хочется отдыхать на море солнечным летом, а хочется петь, танцевать и зажигать. Так сегодня и будет. Наше мероприятие проходит при поддержке Управления культуры администрации города Ялта, учредитель фестиваля Министерства культуры Республики Крым, организатор творческого проекта, государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым, Центр народного творчества Республики Крым. Да, аплодисменты учредителям. Итак, сегодня выйдут на сцену лучшие детские творческие коллективы и исполнители республики в следующих жанрах. Вокальное искусство, хореографическое искусство, музыкально-инструментальное искусство. Для того, чтобы всем вам подарить праздник. Праздник творчества. Итак, друзья, мы начинаем наш фестиваль-конкурс. И я приглашаю на сцену вокальный ансамбль «Веснушки» Севастопольского центра культуры и искусств. Росиночка, Россия, руководитель Юлия Парфенцева. Приветствуйте. Сцену с номером «Смоленский гусачок».
Думала, она что, велосипед красивый, но он очень горячий, да? Ну, похож на компьютерную, да. Это же такой домик. Мы идем к Воронцовскому дворцу, будем искать его. Сказали, тут недалеко. Да, домик интересный такой. Китайских монахов. Ну, он явно реставрируется. Или ремонтируется. Да, может, он не ремонтируется. О, цветочки. Пока. Пока что не видно. Глазами смотри. Да мне не видно. Ну, потому что плохо видишь. Дима, будешь с нами идти? Внутрь. Что-то какая-то выставка военная. Похоже на коллажи, потому что как будто люди подрисованные немножко. Не знаю, почему здесь выставка, но странно. Что расскажешь? Прикольно? А мы пойдем потом купаться после награждения. Посмотрим, как по настроению будет. Слушайте, ну красота просто неописуемая, да? Красотища. Я выше. Часы, как песня бьют часы на старой башне. Провожают день черешки. Написано, главное не курить за окном. Висят часы на старой башне. Ой, фонарь, смотри, какой тоже старинный. О, типа. Да. Раньше свечи там или зажигали. Дашь мне потом телефон? Ну, помочи, не, ручки-то помочи, главное в рот не засовывай потом. Но не пахнет ничем. Так с виду чистая, кстати. Марин, ой, Алис, смотри, с виду чистенькая вода, да? Ну, смотри, какая прозрачная. Класс! Работает. Упадет вниз бутылка. Мы пойдем, просто взяли заранее. Люди купаются, там прыгают. Прыгайте.
О. Малыш, тебя заснимем тоже. Все, иди. Ну, маленькая, ну не плачь. Обнимай малыша маленького моего. Бедная. Обиделась. Часть нашего фестиваля. Я вас поздравляю! Праздник фестиваля под названием «Крымский калейдоскоп талантов» состоялся! Давайте скажем спасибо аплодисментами всем нашим участникам, которые сегодня представили свой талант на этой сцене. Всем руководителям большое спасибо за ваше творчество. Ну и, конечно же, уважаемые зрители, родители, спасибо вам за вашу поддержку, за ваши аплодисменты, за ваши эмоции, за ваши овации. Еще пошумели! Ну и, друзья, самый приятный момент фестиваля, перед тем, как все с себя сбросят концертные наряды и побегут на Крымское черное теплое море, это церемония награждения, для которой с большим удовольствием приглашаю директора Центра народного творчества Республики Крым, заслуженного работника культуры Республики Крым Ольгу Черникову и куратора проекта, заведующего отдела фестивальных проектов, заслуженного работника культуры Республики Крым Карину Хачатрян. Добрый день, уважаемые друзья! Я от имени министра культуры Республики Крым Татьяны Анатольевны Манежиной, от Центра народного творчества, от себя лично хочу поблагодарить всех вас. Поблагодарить наших зрителей за их руки, за их аплодисменты, за их сердца, за их взгляд, за их лица, которые мы смотрели, сидели и наблюдали за всеми. Хочу поблагодарить родителей за то, что они уделяют большое внимание своим деткам, что они приобщают их к культуре, к музыке, к искусству, тратят свое время, тратят свои средства. Спасибо вам большое, мы знаем, что это такое. У всех дети, мы все тоже этим же занимаемся. Хочется сегодня сказать, 6-го детского республиканского фестиваля талантов «Крымский калейдоскоп» награждается вокальный ансамбль «Веснушки», Севастопольский центр культуры и искусств, руководитель Юлия Парфенцова. Награждается ансамбль народного танца «Крымские искорки». Ялта, руководитель Анастасия Карпена. Нет, вот здесь надо больше музыки и больше аплодисментов. А когда я говорю, потише. Спасибо. Награждается ансамбль детского народного танца «Гунеш» школы танца «Ритм», Жанкойский район, руководитель Айше Рамазанова. Награждаются Анастасия и Екатерина Гординские, Симферополь, руководитель Устье Хайретдинова. Девочки по-звездному из зала, давайте поддержим аплодисменты.
Награждается студия бального спортивного танца «Атмосфера» Ялта, руководитель Татьяна Голубенкова. Награждается Златослава Юдина, представляющая студию классического танца «Аллегро», Алупка, руководитель Елизавета Четырина. Награждается вокально-хоровая студия «Крымские жемчужины», Симферополь, руководитель Елена Фатитько. Награждается студия классического танца «Аллегро», Алупка, руководитель Елизавета Четырина. Мария Писарькова, Симферополь, руководитель Ирина Гайвер. Награждается Юлия Бурлакова, Евпатория, руководитель Анна Ус. Награждается образцовый хореографический ансамбль «Овация», Симферопольский район, руководитель Ольга Заикина. Младшая группа ансамбля «Овация». Награждается образцовый хореографический ансамбль «Нефес», город Симферополь, руководитель Севиле Халилова. Награждается вокальный ансамбль «Рябинка», Черноморская, руководитель Надежда Пасынкова. Награждается вокальный образцовый ансамбль народного танца «Черноморочки», Ялта, руководитель Татьяна Юдина. Награждается крымско-татарский хореографический коллектив народного танца «Кестане», Сакский район, руководитель Эвелина Абжалилова. Награждается образцовый хореографический ансамбль «Овация», Симферопольский район, руководитель Ольга Заикина, старшая группа. Награждается образцовая капелла бандуристов «Крымские прорезки», Ялта, руководитель Эвелина Чуданова. Скажем о том, что 6-й открытый республиканский фестиваль-конкурс «Крымский калейдоскоп» завершен. До встречи на 7-м. Всем яркого, солнечного и, самое главное, мирного лета. И общее фото на память. До новых встреч. Спасибо.